Ну что, всем привет, Иринка сегодня пришла на ужин к соседке. Ну, сосед на работу уехал, он меня не позвал. Вот, у Иринки сегодня вот такие две булочки. Ну, это, кстати, может, только две, может, больше будут. Также вот такие ягодки, яблоко. Яблоко и абрикос. И к булочкам у Иринки компот. Компот. Всем девочкам приятного аппетита. Кушайте вместе со мной и худейте. Девочки, огромное спасибо вам за хорошие комментарии. Очень радуете Иринку. Эти булочки шикарные. И очень аппетитные. Ирина, здоровья тебе. Уверена, что многие смотрят и не пишут комментарии. Ну да. Ты просто мотиватор. Ну, бывает такое, да. Спасибо за хорошие комментарии. Вот так вот. Ой, какая булочка, короче, обалденно. Тут даже изюм. Изюм, девочки. Вот такая у меня соседка Настя. Здравствуйте, деменция. Ну, здравствуйте, деменция. Здрасте, здрасте, забор покрасьте. Сколько ты раз в день ешь? Много. Ну, я же ем и худею, так ведь? А чтобы есть и худеть, надо есть много. Прочитали на кружке, что написано? Во-первых, у меня не тазы, у меня великолепные тарелки. Ой, ну ладно, девочки, давайте ягодку попробуем. Какая? Ягода малинка, о-о-о. Она залезла прямо целиком ко мне в рот. Да, вкусно. Жаль, олигофрения не лечится. Ну, если у вас олигофрения, то я вам сочувствую. Да, она правда не лечится. Ой. Что теперь сделаешь? Лобзику 98 огромный привет. Эх, а ты мне что-то привет не передала. Ну вот передала, Лобзик. Понимаешь, Лобзик. Надо русскими именами-то писать, а? Лобзик. Какая булка. Видите, тут подъехала еще одна. А за кадром знаете, сколько я еще съем? Вы даже не представляете.
Чтобы Ириночка, тебе большой привет от меня. Тебе тоже большой привет от меня. Спасибо за цветочки. Какая вкуснотища. А компот, девочки, он такой кисленький. Едим и худеем. Так. Я захожу, потому что мне Иринкин голос нравится. Муж мой говорит, у Ирины прекрасный голос. Спасибо. Огромное вам спасибо. О, булочки. Кстати, надо завязывать с булочками. Даже Настя говорит, что с булочками надо завязывать. За вторую, третью. Ириночка, спасибо, милая. Пожалуйста. Для хорошего человека мне не жалко. Ириночка, молодец. Спасибо вам огромное. Спасибо, девочки, что вы меня поддерживаете. Но не только девочки, еще и мальчики. Максик солнечный. Но без него-то же никуда. И на будущее вам. Что у нас с ним просто, мы с ним друзья. Платоническая любовь. А можно мне еще компотика? Пожалуйста. Спасибо. Не, вы не переживайте, я Настю не объедаю. Я просто помогаю уничтожать продукты. Там, слушай, еще столько компота. Блин, я в том году ведь столько наделала. Варенье еще, весна уже на нас. Слушай, оно продвигается так медленно. Удочерите меня, я помогу. Уж больно ты большая. Да ладно. Ну что, булочки Иринка съела? Сейчас яблоко попробую. Такое яблочко из компотика. Сладенькое, вкусненькое. В том году делала компот, 4 банки, забыла сахар положить. У меня уже 2-я банка без сахара. И что, они не сдулись? Нет. 4 банки целых без сахара, только вкус совсем другой. А как можно сахар же так добавить? Можно, но... А вот ты знаешь, когда делаешь это изначально сахар,
и попробуешь, когда совсем без сахара. Вишню можно без сахара сделать, когда вишни там много. Да. Ну, слушай, это прикольно, без сахара можно вообще. А яблоки без сахара. Понятно. Все, надо допить. Ой, Настя посуда освободилась. Компотик, смотрите, какой хороший. Вкусненький, полезненький. Слышали, Настя сама сказала, он без сахара, да. Так что я пью компот без сахара. Ну, со сладкими булочками. Но я же сладкая булочка. Вот, девочки. Чин-чин. Вкусно. И низкокалорийно, и полезно. Спасибо всем. Всем пока-пока.